платформер, который сначала мне не очень понравился, а потом и вовсе взбесил. Познакомившись со всей франшизой, мнение поменял и выжму из нее все. Прошел игру целиком, а сначала не мог осилить и первый матч, но еще есть куда стремиться. Невзрачная, но довольно популярная леталка-стрелялка, а также скучная, однообразная и излишне сложная. Еще одна малопонятная японская игра без перевода. Сюжет, который хочется узнать, но пройти без инструкций нереально. Очередной мини-обзор объявился. Чудесное приключение. Появилось желание познакомиться со всей франшизой. Спортивная игра с несколькими уровнями сложности, не отличающаяся разнообразием. Пока осилил лишь режим старшей школы. Неплохая подборочка вышла, а работа над ошибками дает положительный результат. Ко многим играм необходимо вернуться, чтобы выжать из них все –